think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, вот плюхи, которые ожидают нас завтра на День замковладельца. Один камешек, 10 пыльцы, 200 книг. Ну, 3 камня 10-го таланта, это мощно. 3 сундука, ну... Хотелось бы, конечно, уже что-то оригинального. Дайте по 100 пыли, блин, дайте 10 их камней. Что от вас отвалится? Все равно без донатом это ничего особо не решит. Но жлобы есть жлобы. Сегодня открылась также новая акция, сейчас мы ее чекнем, поищем. Так, остров открылся, да? Или это он был? Тот же самый островок. Так, коллекционер. Открылась вот такая вот акция, где за самоцветы вы можете купить дополнительные плюхи. Не знаю, в принципе, интересная тема, но 3000 самоцветов, может, на русском сервере ее даже не будет. Награды, вот, кстати, вот здесь неплохо, 1000 апокс камней за донат каждый день, ну, смотря для какого сервера. В общем, вы можете вот таким вот образом 10-ю выживалку купить, это, в принципе, круто. 31 сам, ну, такое себе, 311 самов, ну, блять, это смешно. Ну, в любом случае, это халява хоть какая-то, ну, не знаю, или будет это на русском сервере. В общем, вот такие вот плюшки у нас получаются за из пятого сундука на день замковладельца. Нету героя, что очень хреновенько, потому что хотелось бы какого-то героя уже, чтобы давали опять. В чем проблема давать героя? Вот я не понимаю. Ну, что тут говорить? IGG есть IGG. А мы поехали. Нифига себе. Ну это жестко, ребята. Тыква. Видали, как надо? Как надо выбивать героев? 450. Ара. Нифига себе. Вот это я жестко, Лег, нахватался за 4000 самоцветов. Вообще в никуда. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты. Ну, не знаю... Награды за день замковладельца, честно говоря, херня. Так, это донатная акция. Это тоже, судя по всему, донатная. Это что-то интересное. Это где-то нас перекидывает, понятно. Так, что это такое? Это за вход. На немке, кстати, совсем другой вход. Ну, не знаю. Честно, плюхи на день замковладельца. А, еще есть обалденная тема. Новая хватайка, в которой за 30 жетонов, если вам повезет, вы можете вытащить донатную карту. Для русского сервера это очень круто. Возможно, некоторые ребята повытаскивают отсюда топовых героев. На Тайване это, в принципе, хрень, потому что я показал, за 10 золотых монеток можно получить намного круче плюхи. Две карты сразу. Ну, в общем, вот так вот. Что-то я не понял. Мы вытащили 5. Ну, даже так, в принципе, неплохо. В общем, такие вот дела. Пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.